Привет, друзья! Да, у нас новый день, новые дела. И это, да, та самая штука, я не знаю, которая за последнее время что-то становится все чаще и чаще. Это тот самый повод, когда я могу сказать, я же говорю. Да, недавно была история про 17.4 систему и батарейку, где вот это все организовалось, да, что не надо вот эти мутки мутить, просто меняем батарею и все. И тут у нас, не знаю, как это сказать, что я, ну, ждал, да, наверняка ждал я этого дела. Не мог я вообще предугадать, что так рано это случится. Но у нас телефон 15 Pro и проблема с разъемом зарядки. Да, с тем самым дырявым вот этим вот Type-C. И тут как бы немножко, знаете, да, такие двоякие чувства. С одной стороны, я сам уже пользуюсь этой штукой в полный рост. И мне, честно сказать, нравится, да. Ну, вообще, в принципе, сам девайс, но не вот это вот это вот, не вот это. Вот дыра, да, от нее я вообще не в восторге, я ждал, в принципе, понимал, что с ним будет, конечно же, больше проблем, чем, не знаю, ну, чем с нашим любимым триединоверным лайтнингом, да, с ним вообще никогда не было никаких проблем, телефоны там, я не знаю, до сих пор какой-нибудь iPhone 5 заброшенный вами где-нибудь в углу, его воткнуть, он будет заряжаться, а здесь у нас произошел привет, да, не у нас, а у пользователя, кстати, да, посылочка у нас из, да, город Магнитогорск, вам большой привет, здесь, кстати, да, немножко логотип магазина, я заклеил вот такой вот нашим мерчом, кстати, это можно приобрести, у нас магазинчики разные, да, здесь штуки, ну и вот тут такое подходящее, что catastrophic damage. Да, у меня уже отовсюду торчат и такой, да, наш трижды верный единый лайтнинг, и та самая ненавистная штука, которая подвела, и, собственно, что у нас есть, не заряжается вообще никак. А на фотке, которую мне скидывал владелец ранее, как-то было прямо обугленный краешек, и я не знаю, я как-то ранее предполагал теоретически, с чем я сам столкнулся в пользовании с этим телефоном, когда ты, да, где-то там в ночи, что-то там хочешь зарядить, у тебя эти провода висят, а сейчас они висят, и такие сякие, и ты лайтнингом туда пытаешься чик-пик втыкать, и, возможно, я не знаю, что здесь доподлинно точно произошло, но, может быть, как-нибудь от этого коротнуло. Хотя не исключено, опять же, что вот эти вот Type-C-шные, да, технологии, они, конечно, в мире уже вообще в избытке, в переизбытке всяких левых проводов, я думаю, что предостаточного населения, и наверняка где-нибудь в машине у тебя какой-нибудь китайский лежит, дома родной оригинал, там всякие разные, и что тут до конца доподлинно точно произошло, я не знаю. Владелец по этому поводу ничего не написал. Понимая, да, боль и страдания, я не стал там настаивать. Но факт остается фактом. У нас устройство просто не заряжается. Так, у меня уже, да, рабочая вот такая вот штука организовалась, потому как что-то часто стали эти вообще проблемы возникать. А приборчик, и мы, собственно, сейчас все это глянем подробно. Ну и да, конечно же, будем это дело исправлять. Более того, что, да, я недавно говорил, что как-то теряется смысл с появлением, да, запчастей, теряется смысл разбирать новое устройство уже. Но еще вот-вот эта грань, она немножко, да, недостижима, в плане того, что не имеет уже будет смысла. Пока что, да, все-таки актуально. Я разберу новое устройство, не скрытое, изыму из него разъем и, соответственно, поставлю в этот клиентский телефон. Ну и да, а все остатки, как обычно, у нас можно будет приобрести, кому что, по необходимости, по нуждам, пожалуйста, welcome. Так, что имеем? Пах-тарах-пах. Ну да, произошла какая-то реакция в моменте, значения подскочили, но потом упали в ноль. И скорее всего, да, и так и не подымутся. Ну да, нет у нас реакции никакой. Как бы я ни тыкал, что бы я тут ни тыкал, ни мыкал, ни переворачивал, ничего не происходит. Да, как это сказать, я не вникал в распиновку этой самой штуки, но возможно, да, что высокий вольтаж у нас как раз идет где-то с краю, и как раз-таки обугленное было видно вот с этого левого края. Ну, когда мы его изымем, я думаю, что будет это более очевидно и наглядно, может быть, визуальный контакт нам позволит что-то понять, что произошло. Но суть остается в том, что его по-любому менять. И я надеюсь, что как бы в устройстве более ничего не повредилось, не пыхнуло, и за это нам говорит то, что он у нас заряжается от беспроводки. Хотя технически, опять же, за это отвечают, ну, разные части микросхемы как минимум. Да, есть чарджинг, окей. Кстати, да, батарейки тоже есть у нас в продаже, оригинал. Так, ну так, конечно, пользоваться это вообще крайняя полумера, конечно же, нужно делать, подымать. Будем делать, подымать. Так, немножко, да, мне нужно продумать логику, что вперед открыть, что потом, как чему, чтобы не наделать, не заделаться лишними делами и ненужными понтами. Так, так, так. Да, наверное, прежде вскроем пациента, визуально завизируем, что там, в принципе, наверное, все окей. Да, изымем плату, подкинем ее в патроха нового телефона. Если с новым разъемом будет заряжаться, то тогда изымаем отсюда разъем и переносим его в пациента. Донор, пациент, да, вот так. Да, так будет правильно. Да, завертелась 15-я история вообще в полный рост. Я тут уже вообще на самом деле без проблем открываю. И как это всегда такое чувство, когда новое устройство. Ты прямо, не знаю, как-то так тяжело, да, думаешь, что открывать вот это все. Нет, сейчас вообще залетаю туда, в них вообще спереди, сзади, без проблем. Со всех сторон, абсолютно. Да, по данному вопросу нам спереди нужно со стороны экрана подлазить в эту модель. Так, 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 так. Да, в принципе, по-хорошему мне бы активировать устройство, проверить, да, функционал, чтобы, ну, не прилипнуть, да, на какую-то еще историю. Это по правильному протоколу действий обязательно. Так, ну, скоренький, быстренько все проверю. О, кстати, интересная идея. А увидится ли он по, так сказать, контактам дейты, данных из компа, активируется ли он? По One Click Activation от Free Tools. Эй, псичка дырявая. Опаньки. Есть у нас. Да, есть, видится. Интересно, интересно. Так, одной стороной причем. Да, одной стороной не видится, а второй видится. Так, интересно, а по зарядке? И да, есть индикация у нас, как бы, ну такая лжеиндикация заряда батареи. Но если посмотреть на компе, то будет там написано No Charging. И да, еще один интересный момент к информации о телефоне. И да, и свежести возникновения проблемы, это то, что он всего лишь заряжен был 82 раза. И такой привет. И да, вот здесь у нас написано No Charging. 82 раза. Свежачок. Так, по дате видится, давайте активируем его в один клик. Так, еще раз проверю обеими сторонами насчет зарядки. Да, я чувствую, долго видео будет. Так, воткнул зарядку, и нет, по зарядке все-таки он не алло, не в одупляже. Да, насколько мне не изменяет память, все-таки вот этот вот контакт, да, высоковольтный, он идет один, ну и если он отгорел, то все, привет. Да, никак не так, интересно. Так, бегло проверяю функционал и продолжаем.
Так, ребят, да, последнее, что хочу проверить, это работу, микрофона, который, да, тоже расположен на этом разъеме, так, просто для общего понимания. И да, как не было бы вообще прискорбно, но есть такое понимание, как, я не знаю, ну, конечно, я так же, как потребитель, конечно, от этого страдаю в конечном итоге. Да, как сервис, может быть, мне даже более окей, что сейчас, конечно, опять же, такие случаи, ранее они бы даже не попали бы ко мне в руки, там, год, а то и более, потому как все эти вещи бы, они были бы обслужены самой компанией по гарантии. Сейчас, естественно, да, по естественным причинам, все подобные случаи, ну, только лишь, да, между продавцом и покупателем, в такой момент только, то есть, можно обслужить. По-другому сейчас, к сожалению, никак. Есть варианты, да, по отправке устройств, там, в страну исхода, то есть, изначального приобретения, но это отдельная вообще история, в большинстве случаев она просто неосуществима. Так, это реальность, в принципе, да, ничего страшного, по-прежнему это устройство является максимально вообще ремонтопригодно, без проблем, да, запчасти, более того, что вот, да, наверное, это вот сейчас последний будет раз, когда я буду разбирать прям новое устройство в этой линейке, потому как у нас уже идут детали на подходе в полном объеме, здесь даже я мог бы человека попросить немножко подождать, дабы оптимизировать свои расходы, но мне вот это все-таки более интересно так, да и как бы с профессиональной точки зрения, что у меня останутся эти вещи, плата мне нужна будет, да, для проверки тех же экранов, для продажи, для исхода от нас, ну то есть тут много вообще на самом деле плюсов для меня, ну и вообще, в принципе, для человека это эталонная деталь, ну, с разбора самая вышка, что может быть. Так, есть диктофончик, грузнулся. Тут для общего понимания. 1, 2, 3, 4, 5. Да, все отлично работает у нас. В принципе, это не пострадало. Это для общего понимания нарушение либо работоспособности данного элемента. 1, 2, 3, 4, 5. Да, все. Так, окей, вырубаю, разбираю. Подпил мне в помощь. Да, в этих телефонах у меня уже дорожка проторенная. Без проблем. Да поймут меня мастера, первые открытия этого телефона казались какой-то нереальной вещью, а сейчас я скажу, что он проще даже склеен, нежели там 14-я серия. Это 100% так. Вот совсем чуть-чуть подпила по борту левому, и у меня уже есть расщеление. А если есть щель, то это уже все, привет. Так, есть у нас открытие. Ну да, страдает, конечно, проклейка после технологии подпила, но сейчас это без проблем, проклеечки есть все на данную эту линейку, без проблем ее, конечно же, обновим. Так, визуально здесь вообще не к чему придраться, это не вскрывашка, истинная вообще не валяшка, оригинал, ну вообще все по красоте. Так, добираемся, да, в данном случае нам придется все изъять, и батарейку, и плату, чтобы добраться до разъема. На этом устройстве нам как минимум это нужно делать, поэтому разбираем. Да, на экране наклеена пленочка, тут с этой стороны она немножко пострадала, да, когда я тут подпиливал, ну не знаю, может быть подсохнет, прилипнет, но если нет, то привет. Батареечка. Да, вот он тот самый такой интересный момент необычности устройства, где у нас сзади стороны платы подключена крышка, шлифон, да. Ну и вот так вот ее, да, необходимо изнутри отключить, прежде чем взять плату. Отключаем крышку. Моя любимая. Так, плата на свободе. Но это, да, вот тот самый, вот та самая стадия, до которой мне придется разобрать новое устройство. Потом получается туда вставить вот так вот эту плату от этого устройства. Ну и да, на том разъеме, соответственно, проверить, что все окей. И только после этого уже, скорее всего, да, разбирать и это изымать, и из того изымать. То есть тут, да, по принципу, как бы делаем необходимо, но достаточно. Мне нет смысла прямо оттуда прям выдергивать разъем, ставить его сюда, смотреть, что будет. То есть тут та степень необходимая для того, чтобы это дело идентифицировать, установить доподлинно точно, необходимо, но достаточно, до той степени это делается. Так, не запутаться бы вот в этом во всем. Сейчас получается. Так, получается, да, это сюда. Так, вот так вот, это будет одно, вот так вот, это будет другое. Ну да, попробуем. Так, поехали, второй, открывать и разбирать. Прежде, да, чекнем на оригинальность. Original Product Apple Logo. Ну да, кто-то скажет, вот он, верх святотатства, разбирать новое устройство. Но, ребята, математика, простая логика нам оправдывает все это, да, кощунство. Так. Так, что-то подумал, я сразу выкручиваю винты, я даже не включил это устройство. Ну да, люблю это делать. Разбирать устройство, не активировав их. И, кстати, да, кто знает, кто следит, возродил я все-таки 15 Pro Max, который у меня закирпичился в моменте. Ссылочку оставлю в описании, кто, может быть, пропустил, пожалуйста, посмотрите, там интересно все сложилось. Так, не знаю, надо ли мне на самом деле активировать это дело. Ну, тут, в принципе, наверное, все безобидно. Давайте, да, включил, убедился, что включается. Вырубаем, разбираем. Так, да, что-то тут голос извне подсказывает мне, проверь разъем. Давайте сделаем это. Ну и на приборе, да, увидим, что должно быть на исправном устройстве. Ну да, есть. Показания у нас подросли и остановились выше единицы. То есть вот так должно себя вести исправное устройство с нормальным разъемом. А был бы Lightning, вообще бы проблем не знали. Это точно. Так, все, точно окей.
Да, для меня вообще вот эти вот понимания, ребята, очень так болезненно вообще складываются. В том плане, что вот, я не знаю, компания разрабатывает свой какой-то, да, эксклюзивный продукт вообще, в принципе. И по каким-то таким, я не знаю, неписанным каким-то законам, не знаю, неведомым, по-моему, вообще просто, сатанским, ее обязывают соблюдать какие-то стандарты. Вот эти вот, я не знаю, как это сказать. В отношении, да, если с нашей точки зрения, это все вот эти какие-то западные, да, непонятные притворные влияния, а по отношению к этой американской технике это получается, какие-то, не знаю, европейские комиссии обязывают устройство что-то делать, менять в своем устройстве, в своем продукте. Вот это вообще на самом деле непонятно. Я не знаю, почему, неужели для Apple было как-то все-таки, не знаю, встать в позу и просто послать всех на. Мне вот это вообще сугубо непонятно. Мне просто от этого бомбить, я не могу вот эти вот какие-то вот эти процессы, не знаю, глобализации, стандартизации, это вообще такое себе. Так, заходим, да, тут уже по проторенной дорожке. Кто заметил, да, мы ничего не греем, ребята, мы давно выбросили печки вообще на помойку, в наших задачах они абсолютно не нужны. Конечно, это новое устройство, здесь нельзя ничего не нагревать, нет какой-то, да, безопасной температуры, любая температура, которая влияет на смягчение проклейки, она, уже неправильная для батарейки, то есть тут по этим вообще вещам, конечно, все это делается на холодную. Спирт да бумажка, просто элементарно, голыми руками, вообще без понтов. Нет смысла упираться и противиться, я не знаю, прогрессу, да, вот этим вот эволюционным процессам. А на самом деле, как вот, не знаю, для какого-то локального оправдания себя, какой-то отдельный мастер может, не знаю, понять такую вещь, что не меняет свое мнение, только дурак. Если вы ранее, да, утверждали, били себя в кучу, что греть, обязательно, поймите, примите и делайте правильно. Так, также немножко пильнул, также немножко растянул, и у нас расщеление. Все просто вообще. Так, ребята, да, разбираю по такой же схеме системе, что-то немножко понимаю, что у меня тут будет еще больше всего разложено, и хочу реорганизовать место. Так, все-таки у нас пациент идет направо, донор налево. Так, это в таком духе будет окей. Да, 0 раз заряженная батарейка. Интересно, вот заметил такой символ, на это есть, тут нету. Ну да, это та самая история, опять же, что это разные сейчас производители вообще, и больше их на самом деле становится. Там индийские, какие-то бразильские появляются. Ну и вот эти вот маркировки, они плюс-минус могут различаться. Главное, что у нас есть, Apple logo. Так, не спутаться, не запутаться, основная тут задача. Что за символ такой? Так, то же самое, крышка сзади. Отключаем. Так, ну и сразу же пациента подключаем. Да, здесь я уже могу подключить то, что мне необходимо проверить, это просто непосредственно разъемчик зарядки. Вернее, да, подключить к плату, к исправному разъему зарядки, чтобы убедиться, что с ней все в порядке, и далее снимать уже разъем. Да, вот так правильно. Так, экран, давайте, да, родной, и батру тоже родную. Так, есть окей, врубаем. Кстати, да, пленки лучше не стало, скорее всего, ей хана придет. Ну да, тут ничего не поделаешь, знаете, как это официальный протокол самой компании Apple, это, да, сервис-инженер при приемке устройства, соответственно, да, обязан снять все защитки, пленки, все это дело, чтобы, да, было устройство целиком наглядно, полноценно видно. Так. Да, зарядочку втыкаем, показания наблюдаем. Так, есть, да, у нас индикация заряда, есть циферки. Так, почему нет звука? Потому что у меня динамик лежит, отдыхает. Да, еще раз, здесь все окей, по циферкам все окей, 1,1 берет полноценно, с 5-ваттного блока, отлично. Да, значит, по плате у нас все в порядке, дело просто в разъеме. Окей, тут в принципе не было сомнений, но протокол, да, вот этого действия правильного предусматривает вот такое вот планомерное понимание проблемы. Так, пациент, донор. Да, и давайте я все-таки сделаю уже, чтобы минимизировать вот эту всю раскладку, я уже сниму, да, отсюда полноценный разъем, а нашего донора мы соберем, уже в текущем виде, и уберем это все дело в сторону, потому как мне тяжело вот на все это дело смотреть. Тут все разложено, тут не сложно вообще попутаться, перепутаться. Малина, интереснейшая штука, которую я реально только сейчас осознаю. Это вообще просто. Я думаю, что никто, да, еще не осознал эту боль и вообще то, что мне предстоит сделать. Но, это невероятно, ребята. Это, вот что-то я вообще расстроен вот этой инженерной конструктивной мыслью. Но у меня ушки задней крышки закрывают финальные винты разъема торцевые. И я, не сняв крышку, не могу добраться до них. Это просто боль. Это вообще, это невероятная штука, это просто, я даже не знаю, что сказать по этому поводу. Это вообще. Да, если здесь я могу все-таки изгольнуться и как-то, или в моменте их подогнуть, да, чтобы не снимать крышку, но там мне точно самое придется также сделать при установке назад. Ёлки-палки. Да, вот о чем речь. Это тот самый пронизывающий нижний винт, который у нас должен правильно попадать в это ушко внутри.
это ушко как раз таки закрывает тот самый необходимый винт, чтобы мне освободить разъем зарядки. И при установке мне также она будет мешаться. Так, ну да. Да, все-таки на скидку я предпочту отогнуть вот эти самые ушки, немножко до их полога сделать, потом, соответственно, изъять разъем, также на пациенте сделать, проделать. Ну и контрольно, да, поставив их на место, вот так вот зафиксировать, проверить, что все окей, что у меня отверстия совпадают. Ну потому что по-другому еще и снимать крышку при этой процедуре. Ну блин, я точно вообще, ну не решусь. Так, и как это будет выглядеть? Да, вот так вот. Раз. И два. Благо, что они прямо, знаете, не дубовые, а довольно мягкий такой металл поддается загибу. И да, как-никак я могу добраться до крестообразного винта. Ёлки-палки, это вообще просто. Понятно, что все эти вещи, ну как-то так, не может быть, не рассчитаны на такое прям обслуживание. И официально, да, если в компании было, наверное, обращение по такому, по такой общей истории, то там, как это называется, нижняя система, это целиком корпус с задней крышкой, менялся бы с уже с интегрированным разъемом. Но нам понятно, это, блин, это просто неуместно для нас, ну и вот приходится вот так вот по ходу дела ориентироваться. Но на скидку это какой-то сатанизм. Так, есть, выкрутил два причинных винта, все, по идее, разъемчик у меня должен быть свободен. Так, есть, изъял разъем. Так, это у нас уже идет на сторону пациента. Ну и да, вот так вот эти ушки в загнутом виде выглядят. Да, я вообще бы, честно говоря, никак бы не додумался до такой вообще, что у меня возникнет такая проблема. Ранее разбирал 15 Pro Max, но там как раз таки у меня история начиналась сзада. Да, вроде бы вообще начало пошло, но я никак не мог подумать, что, блин, возникнет такая история и интерес. Да, хорошо нам виден вот этот вот чистый, новый, да, ни разу не заряженный разъем. Ну и вот интересно будет посмотреть его на, соответственно, на пациенте. Так, здесь у нас, конечно же, все четко, Apple лого, все окей. Так, подсобирую вот это все дело назад в тот вид, в каком оно есть, чтобы у меня тут ничего лишнего не валялось. Так, ребят, да, посадил все вроде бы на место, вроде бы, но на самом деле что-то немножко я высадился вообще по этому поводу. Блин, всегда Apple это было какое-то, ну просто прямо очень все продумано, прямо-прямо до мелочей. Но вот здесь как этот момент вообще можно понять, расценить, я даже не знаю. Ну как-то это, блин, ну это вот вообще не рассчитано на вот на какое-то вот такое вот, блин, вмешательство внедрение. Потому что снимать еще при этом заднюю крышку, ну вообще крайне бы не хотелось. Да, немножко как-то высадился, осталось у меня еще два лишних винта, все, смотрел, вроде все закручено, ничего не могу понять, откуда они взялись. Да, лишних два винта вот отсюда. Так, пока не пойму. Ладно, да, это все равно все идет на разбор, мешочек приберу, в сторону убираем нашего донора. Это начало его пути, назовем это так. Да, здесь главное, чтобы у меня в пациенте все винты на место встали. Так, ничего не перепутал, здесь это одно, здесь другое. Так, окей, батарейку на борт. Да, экранчиком прикрою, контрольно включу, проверю, что все окей. Кстати, устройство можно будет пользоваться и заряжать по беспроводке, но единственное, что да, не позвонить, потому как микрофоны отсутствуют. Да, как-то обескуражило меня вот этот This is construction, прямо как-то да. Так, окей, закрываем, проверяем. Уй, а что надо? Да, стартанул. Бывает такое, что после отключения батарейки не стартует с кнопки, а при этом стартует с разъема зарядки. Если нет разъема зарядки, то есть батарейпак. Так, да, все окей, у меня по экрану по всему, в сторону его приберу. Так, ребят, да, не знаю, вот раскладываю по мешочкам вот это вот все. Блин, и что-то, честно говоря, вообще одни маты у меня в голове по вот этому поводу. Блин, ну намутили, ну сделали, а, ну смогли. Смогли сделать по-уродски. Да, все это Еврокомиссия дрявая. Расшабашить такую дыру, ну конечно, блин, это вообще не проблема. Вот попробуй, да. Я не знаю, был какое-то такое видео, где какой-то, да, мастер сделал на 13-м телефоне, по-моему, из разъема Lightning, вот этот вот Type-C. Ну и да, там было, конечно, не мудрено распилить, а вот сделай, попробуй назад, блин, тут это вот не прирастить. Ну и вот это вот вообще все не круто. Да, высадила меня вот эта история и понимание того, что, блин, это вообще не круто. Да, я сейчас так же подзагну, потом согну, ну вот не знаю, раз, два, три, блин, и оно может вообще отвалиться. И это вообще не круто. А снимать заднюю крышку, отторгать ее тут даже на какое-то время, в моменте, это тоже не круто. Блин, вообще, короче, все не круто. Но все равно остается вера и уверенность, что это в любом случае лучше, нежели на каком-нибудь, блин, я не знаю, альтернативном телефоне менять вот этот разъем. Там, скорее всего, все еще гораздо плачевнее обстоит. Так, все, винты прибрал, все убрал от нашего донора. Так, кладем его в саркофаг. Ну и до новых встреч. Так, да, попросторнее стало, поприятнее работать. Так, ну и этот сатанизм проделываем на пациенте, других вариантов нету. Опять же, да, опираясь на такие вообще постулаты и каноны, что необходимо, но достаточно, не буду вообще до конца отклеивать заднюю крышку. Ну, по-любому. Подогну, нормально все будет окей. Так, 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 так. Да, что-то вот здесь у меня винты как-то организовались лишние, здесь бы лишь бы такого не получить. Так, три отсюда, два оттуда, три вот так, один вот так. Получился кавердек. Так, да, загибаю ушки, по-другому еще раз, никак. Выкрутить-то ладно, закрутить будет проблемой. Да, на свободе вот этот элемент. Так, ну и что мы здесь видим? Ну так вот, на скидку, вроде бы, да, видно что-то прям черненькое. Блин, за не такой большой срок обслуживания вроде не должно такого быть. Ну что-то есть, да, такое.
Да вообще, ребята, по сути, что бы то ни было, устройства Apple всегда отличались такой вещью, чтобы пользователь вообще не задумывался за такие моменты. То есть он, да, и должен как угодно втыкать в провод, вообще не думая. Apple первая вообще, в принципе, создала такую технологию, когда обеими сторонами Lightning втыкался. Да, все помнят те времена, когда еще был этот micro-USB на альтернативной технике. На тех же старых айфонах был вот этот 30-пиновый разъем, и там только в одном положении. Да, идея-то создателей была всегда в том, чтобы люди вообще не думали, что втыкать, как втыкать, чтобы все просто работало, блин, по естественным вообще причинам. Ну, блин, чтобы вообще пользователь не задумывался за это. Сейчас, получается, здесь возникают одни вопросы. Почему это произошло? Возможно ли такое повторение? Что сделать для того, чтобы этого не было? То есть тут куча одних вопросов, на которых нет ответа. Но все это, вот эта вот вся причина вот этому, это вот этот адский сатанизм, вот этого вот большого дупла, вот этого вот Type-C. Я что-то вообще просто взбешен от этого. Невероятно, мне это просто вот вообще не нравится, не нравится. Блин, как Apple, как ты смогла поддаться, подвернуть задницу вот этому всему, блин, я не знаю, создателю каких-то правил, кто это такой, чтобы тебе это диктовать, блин, почему, почему? Да, мир рушится вообще просто, не знаю, сходит с ума однозначно, вообще конкретно, бесповоротно похоже, что и вот это все вообще, как, блин, если ты изобрел коромысло, почему тебе кто-то диктует, что оно должно быть такое-то, либо такое, я вообще этого не понимаю. Так, да, надо передохнуть, выдохнуть, такие чувства в работе нехорошо. Фу, да, ребят, да, это вообще, это просто, это нет, это уже не да, это уже нет. Я не знаю, если есть какая-то шкала ремонта пригодности вот этого вот обслуживания, вот этого устройства, то не знаю, в моих глазах она упала вообще на дно, там где-то там лежит, валяется, встать не может. Винтов стало больше, что-то я тут, мне кажется, запутался, как-то немножко нелогично стало. Дыра это меня вообще просто бесит, уродская. Тут ушки загибать, здесь плату вот так вот ставить, разъем втыкать, это вообще просто какой-то. Не знаю, может это, блин, в силу настроя как-то до вот этого момента у меня не возникало такой проблемы, но я сейчас понимаю, потому что у меня, да, была отключена крышка, но еще раз, блин, я не буду ее точно каждый раз снимать, чтобы тут какие-то операции совершать. Придется делать вот так. По-другому никак. Так, окей, интегрирую. Разъем? Да-да-да. Не знаю, ребята, я не могу успокоиться, я сатаниваю, я просто не могу понять, как можно, блин, взять продукт и его стандартизировать под какие-то штуки. Но это то же самое, что поэту говорить, блин, как писать и что писать. Да, есть такие понятия, как цензура, но все равно это, блин, твое поле действия, вот это всего. Но вот это-то как это вообще скатилось к этому? Я не знаю, сейчас Стив Джобс, наверное, в могиле просто вертится, крутится, и это просто невероятно. Как могло до этого вообще до всего дойти? Вот это вот уродство, которое не прожило, блин, 3 месяца. Я уверен, что эти понты будут дальше продолжаться. Ну и нам с этим работать. Как, блин, у меня вопрос вообще не закрывается. Как могли так подвернуть вот эти ты? Блин, ребята, не знаю я, вот куда катится мир, где вот вообще вот реально вот этим вот создателю, да, говорят, что как делать. Не знаю, по-моему, конечно, возврата к лайтингу уже не будет, но панацея всего этого, это все-таки уже какие-то безразъемные интерфейсы. Я, блин, крещу пальцы за это, потому что вот это, блин, это просто, это вообще не надо. Как эти люди всю эту жизнь пользовались вот с этими тайп-сишками, я вообще не понимаю. Да, я технически знал, что это более штука уязвимая, но что, блин, настолько она еще была сделана коряво. Блин, как это сказать, пошатнулась вера моя, реально. Так, да, окей, поставил винты, закрутил, сейчас могу ушки отогнуть, если они отломятся, блин, это будет эпик фейл. Так, одно, второе, вроде бы окей, пряменько поставил, давайте чекнем винтом, должно попадать. Да, пронизывает, окей. Ну ладно, на один загиб этих ушек хватит. Так, контрольный тычок. И вот он не такой лайтинг, он прямо туда так чпинкс. Прям вот это был характерный такой звук. Это, блин, уродство. Я не знаю, не нравится, не нравится. Да, блин, это вообще какой-то пи***ц. Я вообще просто в шоке. Нахуй ли тут винтов пи***ц вообще? Во все щи тут вообще пи***ц. Чё надо и не надо? Да это пи***ц вообще. Реально нахуй ли это называется? Да, что-то винтов тут надобавляли. Вообще просто ненужных. Не знаю, зачем это. Не знаю, успокоение мне только придет в том случае, если кто-то в комментах напишет, что в альтернативной технике все еще гораздо хуже. Только тогда я воспряну духом, потому что сейчас я просто в дизбе нахожусь, и это просто вообще ад. Я так радовался, так ждал этот телефончик, что сделаю разъем, купил, блин, новый телефон, и тут что-то меня просто вообще рассадило, развысадило. Так, есть низ, низочек собран. Все, собственно, у нас дело за малым, ставить плату назад. Да, проклейку зачищать. Да, сделаю это после того, как поставлю плату, чтобы не торчали все вот эти концы шлифов. Да, по сути, вот это тоже такая себе история, что с задней стороны платы я подключаю там шлейф, что-то там вот это делаю. Блин, что стало вообще? Apple превращается в какую-то альтернативную вообще технику. Получается, что уже безальтернативную. Так, есть, окей, собрана плата, все полностью, зачищаем проклейку. Это тоже мое любимое на этом телефоне, потому что тут проклейка вообще адовая. В том плане, что она не тянется, разваливается, разлагается. Разбудите.
3-4. Раз, два, три, четыре, пять. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Раз, два, три, четыре, пять. Раз, два, три. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Раз, два, три, четыре, пять. Раз, два, три. Да, ребят, я уже молча, потому что меня еще высадило, морально уничтожила эта зачистка, но все зачистил, обезжирил на два раза, нанес проклейку, проверил, все четко, все хорошо, по красоте закрываем. Да, что-то тяжело мне морально дался этот телефон, он меня уничтожил в некоторых моментах, ну это просто вот не круто, не круто. Мир рушится вообще, каноны нарушаются. Хотел добавить еще, дыры растут. Блин, ну вот это вообще не нравится, два раза. Так, да, проклеечка, все в идеале, все четко, ни пылинки, ни соринки, как никого не было, да, не детектит у нас телефон, кстати, про замену разъема, еще пока что. Ну, вот это вот благо. Благо, что хоть так. Так. Да, и чпинкс на этих телефонах пропал, потому как на экране такая силиконовая окантовка. Блин, все каноны разрушены. Так, ну для владельца, на самом деле, все удачно сложилось. Ну, кстати, минус пленка, по-честному. А может быть и нет. Тряпицы все изморались. Ну да, подлечил пленку насколько мог. Так, еще раз контрольно включим. Да, функционал я проверил, сделал алло-алло, проверил работу микрофона, все, что необходимо, сделал. Максимально возможно, да, по красоте. Хоть так как-то мне психологически это дело. Ну ничего, на самом деле привыкнем, потому что, ну в принципе, блин, это наше все. Будем привыкать. Так, да, протираю, дотираю, по месту исхода отправляю. Ну да, я думаю, что в очередной раз у нас получилась интересная история. Да, кстати, вот так вот я себе тут поменял, потому что это реально not original. Да, как говорится, пока что локально на этом все. Всем привет и всего.